Частный сектор 6-го микрорайона – первая территория города Белоярского, где началась индивидуальная жилищная застройка. Сегодня здесь порядка 90 домов. А еще стоит популярный в городе спортивный объект – лыжная база «Белая горка». Соответственно, загруженность у дороги хорошая. Строительство нового современного дорожного покрытия стартовало еще в прошлом году. На прошлый год мы выполняли подготовительные работы, устройство щебеночного основания, выполнение корыта как раз под эти проезды. А в текущем году мы завершаем уже этот комплекс работ, укладываем, как уложили черновой слой асфальтобетона, уложили чистовой, и сегодня подрядная организация ведет работу по устройству съездов и, соответственно, тротуаров вдоль данного дорожного полотна. Прокладка самой трассы осуществлялась с учетом пожеланий жителей 6-го микрорайона. Также здесь будут оформлены заезды на участки, но только на ширину тротуара. Помимо строительства дороги, оформили ливневую канализацию, чтобы отвести воду. Всего на этом небольшом участке проложено почти 1 километр дороги, соответственно, почти 2 километра тротуаров. Суммарно объем финансирования составил 48 миллионов 260 тысяч рублей. То есть это полный комплекс работ, который предусмотрен. Финансирование строительства осуществлялось в рамках окружной программы по развитию транспортной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Естественно, при софинансировании бюджета Белоярского района. Полностью завершить работы на данном объекте планируется уже в октябре этого года. В итоге белоярцы получат полноценную благоустроенную дорогу с проезжей частью в асфальтобетонном покрытии и с пешеходными зонами. Валентина Иванова, Юрий Орлов, Время новостей, Белоярский.